сей раз мяч вынести не удалось. И главное, что получился, наконец, удар. Давайте смотреть. Вот подача. Нет, вот видите, выбегает Тошич, автор голевой передачи, первый гол. Да, там не было офсайда совершенно точно, потому что Тошич забыл сам себя у углового флага. Ну, конечно, не только в Тошич дело. Вот смотрите, он сейчас здесь появится. Вот он здесь, подача, он на нее смотрит. Здесь кто-то командует вперед своим коллегам по обороне. Секрет получает мяч за спинами центральных защитников. Но Тошич в это время был справа. И похоже, что это к нему обращены претензии. Да, и вот видите, Тошич весь собой изображает сожаление. Ну что ж, есть в этом справедливость определенная. Хотя к таковой справедливости в игре искать не приходится. В игре справедливости не бывает, там есть только соблюдение правил. В остальном игра случая, игра мастерства, характер, чего угодно. Между тем, матч можно еще и вырвать в сторону победы кому-то из участников встречи. 20 лет Антону Секрету.